Всем привет! Получил очередную посылку из Китая. Это держатель для телефона в штатив. Вот, на мой взгляд. Сейчас распакую, покажу, как он, в каком состоянии стоил, если не ошибаюсь, 200 с чем-то рублей, 220, по-моему. Ну, сейчас покажу, как он выглядит для телефона. Вот в такой маленькой упаковочке. Сейчас распаковываем. В принципе, вот, с одной стороны, завинчивающееся такое отверстие, чтобы он на телефон ввинчивался, штатив большой, который я вам до этого снимал. Здесь еще одно, то есть, я так понимаю, можно раскрутить, да, очень удобно, можно его так закрутить, отдельно. Так, он, да, он раздвигается. Вот, телефон устанавливается сюда, да, крошки какие-то мелкие посыпались. Так, ну это отдельный держатель. В принципе, конструкция такая целенькая. Вот. В принципе, вот так получилось довольно-таки неплохо. Сейчас я установлю телефон и покажу, как получается вместе с ним. Так, ну вот, я достал телефон свой. Сейчас вам покажу, как с этим работать. Берем телефон, отгибаем одну часть. И, в принципе, он сюда довольно-таки неплохо залазит. Сбоку, слева и справа такие резиновые вставки. Вот, поэтому он надежно фиксируется и не царапается. Сзади можно прикрутить и, в принципе, намертво зафиксировать. Нижней части мы сейчас попробуем прикрутить к штативу, который я тоже принес. Ну, наверное, проще будет снять ее. Так, снимаем и накручиваем. Вот, все накрутили. Так, этой частью разблокируем. Ставим телефон. Я думаю, так не очень удобно, камера будет с той стороны. Вот, ставим телефон вот так, горизонтально, чтобы для съемки было удобнее горизонтально. Так, фиксируем. Все. И устанавливаем внутрь. Все, в принципе, на мой взгляд, довольно-таки надежно. Вот у нас получился штатив. Сейчас чуть-чуть поправлю. Штатив с телефоном. Вот. Вот он, в принципе, мертво так держится. Сейчас я вам отдельно покажу, попробую. Вот он отдельно мертво держится. Также можно его отдельно устанавливать и снимать. Вот, можно фотоаппарат ставить, можно, а можно вот такой мини-штатив. Цена его 200, не ошибаюсь, 220 рублей. В принципе, неплохо, держится. За такие деньги очень удобно. В принципе, все. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.